Добрый день, люди добрые. Покажу, как буду готовить зирвак. Вот казан нагрелся уже. В нагретый казан кладу бараний жир. Он должен растопиться. И когда уже будут появляться вот такие шкварочки, я до конца не вытапливаю. Мне нужно, чтобы были вот такие шкварочки. Я их не убираю, я их там и оставляю. Я просто доливаю растительное масло. Но лишним не будет масла никогда. Я добавляю лук порезанный, репчатый. И еще райхан, бергамот. Красный я люблю. Можно свежий, у меня высушенный. Лук нужно пожарить до золотистого цвета. Когда лук уже немножко подзолотился, добавляю мясо. Лук не солила, потому что у меня жир подсоленый. Мясо у меня порезанное, баранина тоже подсоленная. Я ее подсолила, как бы подмариновала. Мясо нужно перемешать, ну, закрыть. На этом этапе я уменьшаю огонь и даю мясу протушиться под закрытой крышкой где-то полчаса. Вот такое красивое мясо стало. Лишняя жидкость ушла. На этой ноте добавляем порезанную морковь и прожариваем ее. Она должна прожариться. На хорошем огне морковь должна прожариться. И сюда тоже добавляем сейчас сразу зру. Зира, зра. Зру надо обязательно примять в руке, чтобы разбудить ее вкус. Прожариваем морковь. И вот на этом этапе, когда уже морковь поджарилась, заливаем воду. Воду заливаю я, отмеряю рис, сколько, а вода должна быть в два раза больше риса. И заливаю воду. Закипает. И вот это дело должно хотя бы полчаса потомиться, чтобы они все познакомились, компоненты, которые здесь есть, до закладки риса,
Вот это все должно потомиться, повариться. Вот оно все кипело, покипело, накипело. Нужно проверить соль. Оно должно быть чуть-чуть соленее, чем... Ну, чтобы чуть-чуть соль больше должна быть. Добавлю соли достаточно и закладываю рис помытый ровно. Теперь нужно при открытой крышке добиться, чтобы влага выпарилась, чтобы рис впитал влагу. Крышку не закрываем. На среднем огне вода должна вывариться. Послушайте, я это называю... Рис начал шептаться. Вот вода выпарилась. Нужно вот так вот к середине собрать. Можно положить головку чеснока. Я не люблю. И сейчас огонь убиваем на нет и закрываем крышкой на медленный огонь где-то на 20 минут. Ашим Татлосом балам. Ахмед, спасибо, Санька. Здравствуйте всем. Ну ладно. Приятного аппетита, Джана. Обледина. Наконец-то буду плов кушать.